Добрый день, с вами канал «Наша любимая дача». И сегодня, дорогие зрители и подписчики нашего канала, наконец-то к нам пришла зима. Вчера еле-еле мы шли от моей сестрички, мы были в гостях с детьми, и еле-еле так кое-где, даже не снег, я не знаю, даже не снежинки, что-то такое мелькало, маленькое. Ну вот, сегодня лежит чуть-чуть снежок, если это можно назвать снегу. Настоящей зимой, конечно, не скажу, но вот у нас уже есть снежок. Кружатся снежинки. Так красиво. И немножко лежит снег на земле. Вот такая у нас погода. Небольшой ветерок. Так что и к нам пришла зима. Вот. Думаю, что снег будет не очень долго, к сожалению. Естественно, все это уже растает. Вот так хотелось бы походить по снегу. Уже 14 число. Со старым вас Новым годом. Так что у нас произошли изменения. Ну что ж, заходите к нам на канал, может быть, снега будет больше, я вам покажу. И всего доброго, до новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.